лайков и все начнется. Привет, маленькие и немаленькие танкисты. Для убыстрения у вас будет быстрее прокачка веток собственного прогресса. Нужно выполнять клановые задания и получать значки боевой славы для прохождения прогресса клана. При выполнении дневных заданий вы получаете награды, опыт умноженный на 3, бустеры и прочие плюшки. Новичкам полезно посмотреть, как выполнять клановые задания. После просмотра я расскажу, как лучше выполнять кланом эти задания. Отличные новости для сплоченных клановых игроков. В World of Tanks Blitz появляются клановые боевые задачи с новыми вызовами и ценными призами. Все нужное ты найдешь в меню боевых задач. Там появилась новая вкладка «Клановая». Здесь расположен набор потенциальных клановых наград, который обновляется каждую неделю. Чуть ниже находятся ежедневные и еженедельные задачи для бойцов твоего клана. Зеленые можно выполнить только во взводе с соклановцем, желтые — в одиночку. За выполнение каждой тебе полагается контейнер. Какой? Зависит от сложности условий. В контейнере ты отыщешь бустеры, кредиты и свободный опыт. Кроме этого, ты заработаешь очки клановой славы, которые пойдут в общую копилку. На протяжении всей недели сообща вы будете заполнять специальную шкалу прогресса и открывать новые этапы недельной клановой награды. Кредиты, свободный опыт, боевые раскраски, дни премиум аккаунта, различные бустеры и даже золото — все это будет вашим. Чем больше усилий вложит клан, тем больше наград будет доступно в конце недели. Выполнишь минимум 10 задач из списка, по окончании недели сможешь забрать все открытые твоим кланом призы. Если ты еще не состоишь в клане, сейчас самое время. Вступай в сообщество таких же, как ты. И вместе стремитесь к большим наградам. И пусть клановые боевые задачи приведут тебя к новым победам. Для получения всех наград вам надо набрать за неделю 100 боевой славы, а клану 2100 клановой боевой славы. Но если у вас мало времени играть, но прогресс клана все равно надо выполнять, то достаточно, чтобы 42 игрока набрали 50 боевой славы, и тогда клан наберет 2100. Это можно набрать и за выходные. На 30 выполнить недельные и по 10 дневные за субботу и воскресенье. Все, кто набирает меньше 50, их нужно исключать из клана. Кто сколько набрал, видно в лидерборде. Вам лучше выполнить на 100. Для получения всех наград. Так вы быстрее будете прокачивать ветки своих танков. Всего вы можете набрать 100 боевой славы, 70 за выполнение дневных заданий и 30 за выполнение недельных заданий. Если вам не удастся поиграть во взводе, то вы наберете 76 боевой славы. За игру во взводе вы можете получить только 24 боевой славы. В концевой заставке вы можете посмотреть видео «Как воевать во взводе». Надеюсь, видео было вам полезным. Пока. Маленькие и немаленькие танкисты.